Сейчас посмотрим. Друзья, очень вкусный чай оказался. Английский, оказывается, называется. Сейчас я хочу проверить, нальет мне эта девушка, нальет ли мне эта девушка еще кипятку. Нет, это опять за отдельный. Сейчас посмотрим, да-да-да. Девушка, можно кипятку мне? Спасибо. Хороший, кстати, чай. Да? Вы знали? Конечно. Спасибо. Спасибо. Вот так вот, видите? Кипяточку налили. Копейку не попросили. Да? Своя девчонка. Может, в общаге жила, делилась последней. Может, тоже чай заваривала с этим, с лезвиями. Что, друзья, вот такая вот жизнь тут проходит. Чай стоит, оказывается, не 2 евро, а 2 с чем-то евро. Около 2,20 или 2,30, 2,50. Ну, в общем, примерно такая цена. Но, как уже чай сказал, реально вкусный. То есть такой мощный и на самом деле очень вкусный. Вот находимся в центре. В городе Рига, смотрите Анзор ТВ.